И потом вы решили, вам понравилось? Да, конечно, очень. Ну, сейчас скажем об этом. Ну, и вы продолжаете это делать уже 6 лет подряд. То есть, зачем это нужно, да? Ну, все, я тогда приду микрофон и замолкаю, да, спасибо. Всем добрый день. Ну, в двух словах, что говорить. После того, как стал менеджером, обязательно нужно ставать игл-менеджером. Все это нужно делать исключительно для того, если вы хотите выйти на новый уровень понимания вообще бизнеса, да, на новый уровень понимания путешествий. Да, не, вот у нас возле Херсона есть Черное море, там железный порт. Кто был в железном порту, знает. Лазурная, Скадос. Вот если вы не хотите ездить на такие курорты, и даже не в Турцию, а поднять вот качественный уровень, вам обязательно надо стремиться попадать на такие мероприятия. Потому что когда вы находитесь там, вот я сейчас скажу за Грецию, Коста Наварина, когда вы видите с Южной Африки людей, да, когда вы видите людей с Малайзии, когда вы видите британцев, все делают одно и то же, да, и ну, просто люди рассказывают невероятные результаты. Ты понимаешь, что останавливаться там даже на том уровне менеджера, выйти на те 15-20 тысяч гривен, которые там, когда я начинал этот бизнес, для меня было большой мечтой хотя бы там 15 тысяч гривен зарабатывать в месяц. Ты понимаешь, насколько это все мелко. Но только на таких мероприятиях вы можете разогнать свой мозг и понять, что вы достойны большего, достойны лучшего, и вы можете это сделать. Потому что когда ты видишь людей из Африки, да, и у них получается, ты думаешь, а чем мы хуже? Неужели мы глупее или ленивее? Мы ленивее, наверное, потому что, ну, наверное, мы слишком хорошо с вами живем еще. Потому что в Африке, когда смотришь, в каких лачугах они жили, да, то есть как они не могли ребенку даже там бутерброд в школу собрать на обед, то есть когда на сцене рассказывают эти истории со слезами на глазах, то есть понимаешь, почему они сейчас успешны в этом бизнесе? Потому что не было возможности отсидеться и отступать назад. А у нас, наверное, с вами все слишком хорошо еще. Да, мне нравится фраза, что многие мамы готовы умереть там за своего ребенка, да? Но почему-то они не готовы поработать и показать ребенку другое будущее. То есть Forever – это не просто возможность оздоравливаться, да, и получить какие-то дополнительные деньги. Forever – это действительно очень качественный способ изменить свою жизнь и начать путешествовать по-новому. То есть Коста Наварина, когда мы расселились, ну мы, конечно, обалдели от гостиницы, от этой территории, от этих номеров, которые компания нам предоставила. Ну, естественно, был же сразу вопрос, как нас компания оценит. Так вот, в сутки номер стоит около 400 евро. Компания все это проплатила каждому. То есть около 1000 человек было в наш заезд. Компания всем проплатила, и у нас вот такие, наверное, самые бюджетные были номера. Там были номера и по 600, и по 800 евро за сутки и выше. То есть все это проплачено было. До нас был заезд 1000 человек и после нас. То есть в районе 3000 человек вот за несколько недель компания полностью обеспечила вот такой вот отдых. Могла она этого не делать? Конечно, могла. Но компания просто, знаете, как тут нас воспитывают не батагом, а пряником. То есть вас окунули в эту роскошь, богатство. И вы когда видите это все, вы не хотите уже, вернувшись домой, останавливаться вот на тех вот вещах, вот, которые мы привыкли раньше. И ты готов, как говорится, землю грызть, да, ну вырвать просто вот этот вот новый стиль жизни. То есть мне очень было приятно то, что ну, вот так вот просто, как мы с вами можем общаться, ты видишь топ-лидеров мира, да, в компании Forever. Кто знает такого человека, как Рольф Кип? Это номер один на сегодняшний день, он Forever, да, его он зарабатывает более миллиона долларов 13-й зарплатой, и его ежемесячный чек там, я не знаю сколько, 500-600 тысяч, наверное, ежемесячно. И этот человек просто так вот с нами ехал, такой кар там есть, мы с ним ездили на ужин, за соседними столами ужинали с ним. Мы с Аней увидели одну пожилую супружескую пару и подошли с ними просто сфотографироваться, разговаривались, мы были поражены. Они отмечали 55 лет совместной жизни. И когда Аня начала разговаривать с супругом, да, он говорит, а откуда вы знаете, что моя жена суперзвезда? Аня говорит, я не знаю, расскажите нам. Оказывается, в этом году в Южной Африке они получили чек 100 тысяч долларов. И в прошлом году 93 тысячи долларов. Кто хотел бы себе такую пенсию? Понимаете? Сколько они в Forever, не помнишь? Они более 18 лет уже занимаются этим бизнесом.
Понимаете, когда ты видишь молодых людей, которые приходят и начинают здесь зарабатывать 1, 2, 3, 5, 10, 20, 100 тысяч долларов. И когда ты видишь людей уже, скажем так, более старшего возраста, которые здесь уже 18-20 лет, которые тоже очень-очень успешны, ты понимаешь, что ты находишься в правильном месте и в правильное время. И меня очень воодушевляет, ну, с одной стороны, расстраивает, с другой стороны, воодушевляет. Я вижу, как еще мал бизнес в Украине. Он у нас вообще еще не начался, очень маленький. Нас с Украины приехало 6 человек, 3 супружеские пары. Да? С Малайзии, например, приехало сколько? Более 100, да? Более 100. 140 игл-менеджеров только в одной Малайзии. Население Малайзии 40 миллионов. То есть примерно как в Украине, понимаете? И просто они делают этот бизнес. И я в подтверждение того, что говорил Алексей сегодня, я вам скажу, после Eagle Manager я начал очень большое внимание уделять вот этой вот книжке «Первые шаги к менеджеру». Выступали в течение 2 дней, это было как мощное обучение, разные лидеры выступали с разных уголков планеты, и все они как один говорили, ихний бизнес, у кого на 100, у кого на 120, у кого на 150% за год вырос исключительно благодаря вот этой книжке «Первые шаги к менеджеру». То есть это пошаговая технология, как делать правильный запуск новичка. То есть я в предвкушении того, что мы услышим сегодня, да, и завтрашнего обучения. Потому что это действительно работает, это рабочая практика уже других стран. Нам не надо ничего придумать, надо просто взять уже готовый инструмент и начать это все использовать. Поэтому, друзья, быстрее ставайте менеджерами, потому что только с менеджера вы начинаете видеть, ну, как прекрасен этот мир. Если вы ездите где-то отдыхаете, поверьте, с Forever это совершенно другой отдых, совершенно другая еда, да, и совершенно другое качественное окружение, то есть совершенно другие знакомства. Вы начнете общаться с миллионерами, с долларовыми миллионерами, с мультимиллионерами. А что говорит вообще самые успешные люди в книжках, что пишут? То есть окружите себя успешными и позитивными людьми, да, и то есть и ваш успех там, неважно, финансовый, духовный, он обязательно будет просто взлетать. С кем поведешься, того и наберешься. Forever вы можете найти очень хороших знакомых, которые помогут вам просто вот повернуться и пойти вот в сторону успеха, а не идти туда, куда вот рассказывает нам зомбоящик. Да? Я желаю всем успехов и спасибо большое. Добрый день всем. Я от себя хочу добавить эмоциональную атмосферу, потому что действительно до этого дня, когда, ну, до этой поездки в Коста-Наварино, я никогда не знала, что есть такой курорт. Оказывается, это самый роскошный курорт в Греции, понимаете? И компания это дает каждому предпринимателю, только надо взять эту поездку. Когда ты оказываешься в этой атмосфере, в этой роскоши, в этой теплоте, отношения компании, то, как к тебе относится Рекс, Грегман, доступность каждого человека, ведь были руководство, было руководство компании, Гэри Шрифт, и можно было спокойно подойти, пообщаться. Это дорогого стоит. Лидеры, топ-лидеры мировые, с Великобритании, с Норвегии, вот, с Малайзии, все настолько открытые, это одна большая семья Forever. И когда ты оказываешься в этой атмосфере, ты понимаешь, что надо делать эту поездку. И вот в этом году это было 4 дня. И действительно, вот был день отдыха, это того стоит. 2 дня обучения, плюс вот на ролике было в 7 часов утра была зарядка, фит, специально приглашенный гость. И на зарядку эту еще было темно, пришло более 200 человек, представьте, с разных стран. Мы все делали эти упражнения на песке, это немного сложнее, чем обычно в тренировочном зале. Михаилу даже удалось вместе с Ником, это тренер был, вместе потренироваться. То есть, а потом все побежали в море, и вот эта сплоченность, этот командный дух, это настолько захватывает, поэтому мы от всей души желаем каждому из вас закрывать эту программу и почувствовать то отношение Рекса и компании на себе и нести вот это благо, эту возможность каждому человеку в нашей стране и во всем мире. Спасибо.
присоединяюсь ко всем словам, которые сказали мои партнеры. Что сказать? Я в восхищении была. Я первый раз попала в путешествие от Forever. И то удовольствие, которое мы получили, когда мы выехали с аэропорта, понимаете, сама Греция, ну, мне представилось так. Скалы, 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 тоннели, скалы. И я говорю, Игорь, Игорь, потому едем. И когда увидели надпись «Коста Наварина», и тут же начались гольф-поля шикарные, великолепная растительность, понимаете, мы попали просто вот среди этих скал в райских уголок. Это действительно один из самых наилучших курортов и самых дорогих курортов Европы. То, как мы жили, это маленькие коттеджи, это, понимаете, маленькая мини-Греция в восхитительных таких колоннах, в коттеджах, которые представляют именно греческий такой вариант. Вечно зеленые растения, которые плохоухали. Эти дорожки были не какие-то огроменные, а узенькие такие, среди которых мы ходили, и все так пахло красиво. А бассейнов было множество, безмерное множество бассейнов, фонтанов. Те комплексы, в которых мы, вот был там такое представительство Western, мы жили в этом, как сказать, гостиничном комплексе, а Миша и Анечка жили в Романосе. Представляете себе, такие, как парфеноны, на таких возвышенностях, на горах. И это все в таком величии, в таком дизайне красиво. Но, конечно, самое ценное представляли те люди, с которыми мы там пообщались. Это незабываемая встреча, незабываемая. Мы, когда вот, приходили на все эти тренинги, даже не могли писать, мы вот так смотрели с открытым ртом, в таком были восторге. Ну, что сказать, они, конечно, работают. Работают, и все упорно на этом акцентировали внимание. Возьмите за то, что дает компания, возьмите то, что она дает своей работе. Очень пообщались, пофоткались с многими, Джин Лич и Кёртис, такие же простые люди, как мы. Успели в кулуарах пообщаться, встретили там вот наши четверо, побеседовали с Джоном Кёртисом, он такой открытый, рассказал всякие там маленькие секретики свои. Очень было интересно. Технику. А я вот, смотрите, ношу вот такие штучки нам выдавали. Это мы, когда селились, там ресепшн, и он рассказывал всю инструкцию по вот этой штуке, вас будут везде пропускать, кормить, там и отправляться. И вот как бы берешь ее и так ощущаешь. Этот праздник, который, ну, я скажу так, что Коста Наварина – это праздник, который все время будет со мной. С нами. И какие вещи хотел бы осветить? Этот номер, кормили хорошо. Я буду подробно рассказывать, как кормили. Но мне это интересно, сейчас я вам скажу. У нас такое ощущение, что мы все время кушали, нас все время приглашали кушать, не успели мы побывать на тренинге, на обед, на ужин, в ресторан. Да. Ну, в два ресторана у нас получилось за один вечер попасть. Ну, я вам расскажу некие мировоззренческие моменты, которые вот я ощутил. Я вам скажу так, что люди из богатейших стран Европы, внимание, занимаются сетевым маркетингом. И серьезно к этому относятся. Мало того, мы с Джоном говорили в кулуарах, Джон занимается сетевым бизнесом, Джон Кёртис, автор этой книги, с 78 года. Тут есть люди, которые еще не были тут 7. Он занимается этим бизнесом 40 лет. Но не Forever, он был в сетевом бизнесе. И Forever он занимается 23 года. Потом
на сцене был на этом мероприятии Айдена Хара, это вице-президент компании, он проводит такое мероприятие, на сцену ставят стул, клетчатую вот такую в клеточке скатерть. Это имеется в виду, что ну, когда мы проводим нашу презентацию, мы где в квартире ее проводим? На кухне. Значит, это кухня. И на кухне на этот раз на сцену пригласили такой, ну, если уточнять, стик. Это человек номер один в Швеции, 23 года в бизнесе. Адам Мэй, первый бриллианто-сапфировый игл-менеджер Англии. И пригласили из Малайзии, я не помню, как ее зовут, женщину. Она всего 2 года в бизнесе, или 3. Ну, 2 или 3. Значит, эти 23 года, вы представляете? И людей спрашивали, как вы делаете бизнес, что... Ну, интересна будет история. Она за 2 года стала сапфиром. В Малайзии, в стране... Но они говорят, что у них такие же доходы, как и у нас приблизительно. Но у нее был определенный опыт, она до этого была в одной в страховой компании. Что еще? Какие? Вот такие наблюдения. Вот эти, вот эта семейная пара напротив, 55 лет совместной жизни, а в другом ресторане другое наблюдение. Идет девушка с коляской. И мы спрашиваем, сколько лет ребенку, ну, лет, там, месяцев. Она говорит, 6 недель ребенку. У нас люди не могут доехать до презентации. Она говорит, что я беременна или у меня ребенок. Как вы? У меня ребенок. А тут люди с ребенками путешествуют и свободно себя чувствуют. Ну, в общем, ощущение такой свободы, я вам скажу. Если честно, ну, как бы, ты побывал, во-первых, в празднике и близкой к абсолютной свободе. У нас, ну так скажу, что наша еще кредитная карточка не такая большая, чтобы там все платить. Но то, что Рекс платил, это было просто, ну, супер. И еще вот скажу, Норвегия. Вот скажите, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания. Это страны с высоким уровнем жизни, с очень высоким. Они занимают, и там приехало более 200 игл-менеджеров. И люди занимаются этим бизнесом. И там несколько выступающих было, нам повезло. Теперь это номер 2 в Фореворе по товарообороту. Скажите, Англия – это страна с высоким уровнем жизни? Ну, вообще там люди как, плохо живут или хорошо? По сравнению с нами. Англия больше 200 игл-менеджеров. Все время на сцене были английские лидеры. Но они просто сказали, у них по 500 клиентов. Они каждому звонят, друзья. Что мы делаем? Только ноем. Им звонят, они их отслеживают. То есть ребята работают. А, еще, мы познакомились, там выступала, еще я не опубликовал, одна очень красивая женщина из Англии. Мы у нее узнали, ну вот, она сапфир. Тоже 2 года сапфир или 3 года сапфир. Мы у нее спросили, а кто вы по профессии? Она говорит, а я тренер по йоге. Ну вот такие там метаморфозы. Ну а еще если вот я все, ну, сам с многими сфотографировался, ну, Эмма Купер, там, Эмма Купер, то есть ее секрет, ну, то есть, как там вам сказать, ну, полицейские и так далее, быстрая карьера. Ну вот она просто рассказывает, когда она работает в интернете, она говорит, у меня там такая история, до одного из подписаний, у нее было 400 отказов. Ну, то есть, люди очень много работают и хорошо отдыхают. Они там говорят, у них там есть такое work hard, play hard. Работай тяжело и отдыхай хорошо. Ну и какую я еще вещь? Там четко было сейчас сказано, что 60% людей, которые делают иглы, потом делают черный бонус. Почему? Ну, не почему, мне очень хотелось сделать иглы. Гэри Шриф, это тоже вице-президент компании, он сказал, если вы хотите сделать черный бонус, то вам надо 2 года подряд делать игл-менеджер. То есть сначала игл-менеджер, у тебя 2 супервайзера, потом игл-менеджер, и потом ты как бы автоматически делаешь черный бонус. Ну, а черный бонус – это вершина денег компании, нам говорили, как раз 1% от прибыли компания выделяет на вот этот бонус. Это сказано было так, что, знаете, есть везде акционеры, так вот мы акционеры Рекса, Рекс нам как акционерам платит этот черный бонус. Ну и еще Джон сказал, там, то, что он 78-го года, он сказал,
23 года мы здесь, ребята, что вам еще искать? Зарабатывайте здесь большие деньги и живите в свое удовольствие. Вот. Ну и что я вам хочу сказать? Значит, те, кто еще не менеджер, друзья, сначала делайте менеджер, а потом делайте, вот, делайте программу. И теперь еще закончу такой вещью. У меня теперь есть магнит. Знаете, что такое магнит? Это то, что тебя притягивает. Теперь у меня магнит вот этот пароход, который показывал. Я уже раз на одном магните побывал, на одном празднике, который был. Теперь будет пароход, это будет нечто такое, представляете, в закрытом. Они никуда от вас не сбегут, эти лидеры. Вы их в коридоре прижмете и сфотографируете, и узнаете секрет. Поэтому, друзья, для новичков сделайте сначала украинское ралли. Это будет супер для вас путешествие. И еще скажу такой момент, опять же, мировоззренческий по поводу путешествий. Я как-то, вот Миша все время хвалил, мне нравится путешествие, но я как бы больше акцентирован на деньги. Но я вам скажу, что путешествие это как отдельная какая-то валюта или отдельная часть вашей жизни. Это то, что перезагружает ваши мозги. И эмоционально, оно как бы омывает вашу душу. Поэтому любыми путями вот делайте эти путешествия бесплатно за счет компании. Становитесь успешными и путешествуйте вместе с компанией. Добрый день всем. Я вас приветствую в этом зале сегодня. Тема, почему мы делаем эту программу шестой год подряд. Ну, лично для меня, как и для каждого из вас в зале, вот присутствующих, правда, есть своя мотивация. И человек выстраивает этот бизнес, имея свою цель и свою мотивацию. У каждого она разная, и спасибо компании, она дает очень много возможностей, человек выбирает для себя свою возможность, да, свою цель, как ее реализовать с помощью компании Forever. Когда мы познакомились с компанией, меня очень заинтересовали путешествия. Вот, наверное, есть такая любовь к путешествиям. И благодаря нашим спонсорам первая поездка была в Грецию. Большое счастье, что мы снова через с 2004 года опять попали в Грецию. И нас это очень радовало. Но эти поездки Eagle Manager, они очень отличаются от тех поездок, которые нам организовывает компания. Для меня это огромная мотивация получить заряд от компании, заряд той миссии, духовности, которую несет компания. Вы знаете, мы говорим деньги, замечательно, будущее, перспектива, прекрасно, но за этим всем мы не видим самого ценного, чего нет у других компаний. Есть продукт хороший у многих, есть маркетинг-план, можно скопировать, можно сегодня это все можно сделать, правда, плагиатом заняться, скажем так, но вот этот дух, который несет Forever в мир, это скопировать нельзя. И для меня такие поездки, они важны, потому что это двигает наш бизнес, это двигает бизнес наших людей. Дух компании, ценности, которые несет компания, четко совпадают с ценностями, которые несут нам наши спонсоры. И для меня это очень ценно, наши спонсоры Назарова, Михаил и Татьяна, я этим очень горжусь. Потому что если бы они нам не прививали эти ценности, я не знаю, была бы ли я в этом бизнесе. Все-таки ценности, они очень важны, как лично для меня. И ценность компании, конечно же, отношение к людям. И, конечно же, выстраивание отношений с людьми, выстраивание порядочные отношения, выстраивать отношения с людьми добросовестные, честные, показывать людям истину бизнеса, чтобы человек мог вправе и сам мог выбрать свой темп в построении бизнеса. Вот на этом Eagle менеджерском тренинге мне очень понравилось выступление Грега, где он сравнивал это с велосипедным спортом. Большая скорость, очень большая, человек теряет цель. Он не получает удовольствия от движения. На большой скорости даже можно разбиться, говорит Грег. Маленькая скорость, можно упасть. Она недостаточно хороша, чтобы двигаться. И вот человек должен выбрать для себя эту среднюю скорость, оптимальную, удобную скорость, которая позволит от построения бизнеса, кроме того, что деньги и все остальное, получать удовольствие.
видеть этот бизнес изнутри, а получать удовольствие, это значит жить этим бизнесом. Это значит действительно сделать forever стилем жизни. Это очень ценно, если forever станет стилем жизни, вы поймете суть вообще forever, не только благосостояние, не только в тех ценностях, еще которые компания дает, а в духе forever. И этот дух компании несет во весь мир, во всем мире этот дух. Вот, наверное, скорее всего, я еду туда за этим духом. Это раз. Второе, это, конечно же, отдых, который компания нам организовывает. У компании можно многому поучиться. Организации, заботе о людях. То, как компания ценит нас, наш труд, что мы являемся самыми главными для компании людьми. Мы. И эта компания всячески пытается нам показать своими действиями, мероприятиями и так далее. Здесь рассказывали ребята, как мы отдыхали, как мы проводили время. Но еще очень важное, какие вот тоже тренинги нам проводили. Очень многое мы взяли с этих тренингов. И вот с этого Eagle-менеджерского тренинга я приехала еще с более вот таким глубоким видением компании, что есть ценным для нас. Поэтому прислушивайтесь к ценностям и к философии самой компании. Она есть, этот дух есть. Задавайте вопросы, слушайте своего спонсора. И если вам в чем-то где-то некомфортно, обсуждайте это. Выбирайте свою скорость, выстраивайте свой бизнес. Какая бы ваша скорость ни была, вы, если будете двигаться, вы бизнес forever создадите. Главное, чтобы это было с удовольствием, в радость для вас, для вашей семьи. Это тоже большая ценность для компании forever. И компания говорит, что бизнес не должен идти отдельно от семьи. Вы должны уделять время семье, вы должны быть семьей. Удовольствие получать и семья должна от того, что вы в этом бизнесе. Это очень тоже важный момент. Поэтому двигайтесь в этом направлении со своей семьей, близкими, с людьми, которых вы пригласили. И несите, конечно же, людям продукт, бизнес и дух компании forever. Всего хорошего всем. Вы задали вопрос, почему мы это делаем, эту программу. Вы знаете, это единственная программа, на которую нельзя поехать за свой счет. На Global Rally можно поехать, билет стоит каких-то денег, ты летишь, единственная программа, куда нельзя поехать за свой счет. То есть только те люди, которые выполнили эту программу. Почему мы ее делаем? Эта программа три в одном. Иглы-менеджеры получают чуть больше денег, чем обыкновенные менеджеры. Это деньги. Второе – это путешествие, отдых. Думаю, вот ребята прекрасно свои эмоции высказали, да, по поводу этой поездки и отдыха. И третье – это обучение. Вы знаете, то обучение, которое мы там получаем, знаете, вот это вот начало бизнеса, да? Все мы это знаем, да, все проходят такой путь, если вы пройдете этот уровень, значит, вы в начале бизнеса. И вот, знаете, вы тут, люди тут, вы видите лидера, вы видите только вот эту вершину, вот она. Вершина – это успех. Так вот, мы ездим на эту программу, чтобы обучиться то, что внизу. Как сделать так, чтобы успех у нас был. И об этом говорили все время, вот два дня говорили об этом. Как сделать так, чтобы были успешными людьми. В новом журнале, который будет за ноябрь, мы с Светланой отметили или написали некоторые выдержки, которые нам зашли в душу. Часть из них Светлана сказала, но я тоже сейчас часть озвучу. Было приятно слышать, что компания, что люди для компании – это самые большие инвестиции. Поэтому она в эти все поездки вкладывает много денег.
Было приятно слышать по поводу того, что